Друзья, всем огромный привет! С вами Маша, и вы на моем YouTube-канале. Не так давно мы встречали Новый год, готовили праздничный стол и собирали новогодние образы. Как не успели оглянуться, уже февраль, точнее, практически середина февраля, еще немного, и наступит весна. Именно этой теме я бы и хотела посвятить данное видео. Я покажу вам несколько своих образов, где я применю тренды предстоящего весенне-летнего сезона. Некоторые тренды перешли к нам плавно из прошлого года, некоторые тренды новые, об этом во всем я сегодня вам скажу. Следующее видео, кстати, я буду снимать конкретно про тренды весны-лета и расскажу вам подробно про каждый тренд, покажу примеры, как его можно обыграть, чем его лучше носить и прочие варианты. Сегодня же я обыграю тренды немного, основываясь на своем гардеробе, покажу вам несколько образов. И давайте начнем с первого образа. Я его обыграю с объемным пиджаком, широкими плечами. Это, кстати, первый тренд, который мы возьмем в весенне-летний сезон. Широкие плечи, какие-то объемные плечи. В данном случае у меня шерстяной пиджак из H&M с достаточно объемными плечами. Под низ я его решила обыграть вот такой вот красивой блузой, даже рубашкой с интересным воротничком. Кстати, такие воротники тоже являются трендом весенне-летнего сезона. Они к нам пришли еще с осенне-зимнего сезона и также остаются актуальными. Воротнички могут быть как такие вот универсальные, так достаточно объемные, большие, с какими-то наворотами, их может быть несколько слоев. Я взяла такой самый простой, более или менее приемлемый вариант, более базовый, который легко применять повседневную жизнь в обычные повседневные образы. Низ я обыграла с леггинсами. Еще один тренд весенне-летнего сезона, и к нам он тоже перешел из осенне-зимнего сезона. Леггинсы будут актуальны не только черные, также какие-то цветные. Это могут быть леггинсы вот с такими вот вырезами под пятку, это могут быть леггинсы обычные, прямые. Леггинсы эти легко обыграть с какими-то грубыми ботинками на толстой подошве, с такими же сапогами, широким голенищем. Это могут быть также лоферы, наиболее популярный вариант сейчас, и он также будет популярен в весенне-летнем сезоне. У меня черные лоферы на достаточно такой массивной подошве. Актуальны будут как такие лоферы на мощной подошве, так и на более тонкой. Два варианта, более классические, вот такие вот помассивнее и более грубые. В плане цвета это могут быть как классические черные лоферы, также сочетание черного и белого будет очень актуально в предстоящем весенне-летнем сезоне. Это могут быть какие-то цветные лоферы, которые будут подходить к какому-то элементу вашей одежды. Коричневые, бордовые лоферы тоже будут смотреться интересно. В качестве сумки я выбрала сюда небольшую сумку от бренда Gianni Chiarini. Цепи плавно перешли к нам из прошлого осенне-зимнего сезона, и даже летом мы уже носили цепи. Сейчас они будут особенно актуальны в осенне-летнем сезоне, причем везде. Это будут и аксессуары, и обувь, и сумки, это будут и ручки на сумках, и длинные цепочки. Это будут также какие-то элементы на одежде, это могут быть брюки, это пояса с цепями и прочее. То есть цепи сейчас будут везде и будут очень актуальны предстоящей весной и летом. На более теплый период мы можем обойтись одним пиджаком, но если на улице прохладная, погода нам не позволяет, сверху лучше накинуть какую-то верхнюю одежду. Я в данном случае к этому образу подобрала стеганое пальто. Это пальто в молочном цвете от бренда Entada Stories. Стеганое пальто, куртки, жилеты перешли к нам с прошлого осенне-зимнего сезона и плавно переходит в весенне-летний сезон. Второй образ я решила составить с прямыми широкими брюками. Этот тренд также будет актуален в весенне-летнем сезоне. Хорошо будет смотреться на ноге с какими-то лоферами или также с кроссовками, может быть, с винтажными кроссовками, с более такими грубыми спортивными кроссовками, которые, кстати, актуальны сейчас и будут актуальны в весенне-летнем сезоне. Также хорошо будет смотреться с грубыми ботинками, а летом особенно с сандалиями. Это грубыми сандалиями, более классическими сандалиями. Сверху надеваем майку-алкоголичку, добавляем на шею цепочку, и образ складывается очень стильный, особенно для летнего периода. Итак, данные брюки я обыграю, опять же, с блузой из предыдущего
образа, та же блуза из H&M, опять же, воротники, как я уже сказала, актуальны весенне-летние периоды, актуальны также сейчас. Верх я обыграю, опять же, пиджаком. На этот раз я уже возьму бежевый пиджак, у него тоже достаточно широкие плечи, достаточно объемные, опять же, тренд, о котором я сказала вам уже. И в качестве верхней одежды вы можете в зависимости от погоды добавлять сюда что-то или не добавлять. Я взяла пальто Zara в темно-сером цвете. Пальто с достаточно объемными плечами. Я вообще ношу SM. Я взяла себе пальто в размере L. И объемные плечи смотрятся очень актуально. Сюда я возьму кроссовки, такие даже винтажные кроссовки. Это тоже один из трендов весенне-летнего сезона. И применимы также сейчас в осенне-зимнем периоде. Кроссовки эти от бренда Off-White. Мне они нравятся тем, что они в принципе белые, но в то же время бежевая подошва создает такой необычный вид. Кроссовки легко обыгрываются с абсолютно любым элементом одежды. Подходят как с каким-то платьем, с юбкой, также с широкими брюками, джинсами, с узкими, с леггинсами, впрочем, в общем-то, со всем. И в качестве сумки, опять же, сумка из предыдущего образа от Gianni Chiarini с такой огромной цепью. Как я сказала, цепи актуальны до сих пор и будут актуальны в весеннем и летнем сезоне. Третий образ я составлю с худи. Худи достаточно популярный элемент одежды, как осенне-зимнего сезона, также будет популярен и весной. В принципе, худи были популярны также и в прошлом году, но сейчас они особенно актуальны. И очень круто они смотрятся с леггинсами. Круто также смотрятся с какими-то, может быть, кожаными леггинсами на ногах, лофер или грубые ботинки. Сверху надеваем какой-то объемный пиджак или объемное пальто с широкими плечами. Такого плана образы смотрятся сейчас очень стильно и актуально. Итак, я выбрала худи в таком светло-коричневом оттенке от бренда Pull&Bear. Мне очень нравится, как данный худи смотрится с серым цветом. Раньше я такое сочетание цветов не применяла. Открыла для себя, честно признаюсь, что-то новое. Данный худи я решила обыграть опять же с тем же серым пиджаком из H&M. Опять же, тот же тренд «широкие плечи». У нас уже два тренда собралось в данном образе. Вниз я возьму, опять же, как я и сказала, популярный сейчас вариант худи и леггинсы. Я решила их обыграть с лоферами. На этот раз немножко другие лоферы от бренда Arkit. Мне нравится сочетание черного и коричневого, светло-коричневого цвета. Лоферы эти кожаные. Сюда опять же подойдет черная сумка от бренда Gianni Chiarini. Также пальто из предыдущего образа с объемными плечами. Все вместе будет смотреться очень стильно и интересно. Четвертый образ я решила собрать с жилетом. Как вы знаете, жилеты актуальны уже сейчас, актуальны будут также в весенне-летнем сезоне. Как вы видите, многие тренды переходят плавно с осенне-зимнего сезона в летний. Жилет в размере S смотрится достаточно объемно. Сюда под низ можно надеть и водолазку, сюда под низ можно надеть какую-то рубашку и блузу интересную. Сюда под низ я возьму блузу с цветочным принтом. Цветочный принт также остается популярным в весенне-летнем сезоне. Он с нами уже практически, можно сказать, 2 или 3 года. Никуда не уходит. Это, можно сказать, как базовая вещь. Только немножко меняются цветы. Где-то в каком-то сезоне они более мелкие, в каком-то более крупные. Я обыграю данный образ широкими прямыми брюками, которые я вам уже сегодня показывала. Они хорошо подойдут данной блузе. И в качестве верха, опять же, вы можете выбрать просто пиджак. Можете выбрать какую-то джинсовку, можете также выбрать тренч. Я сюда выбрала пальто от бренда Prada Stories, которое я вам показывала уже в начале данного видео. Как я уже сказала, повторюсь еще раз, стеганые вещи будут также актуальны в предстоящем весеннем сезоне. Это и пальто, и куртки, какие-то жилеты. По цветовому сочетанию данные лоферы от Arkit впишутся сюда очень удачно. И образ я завершу светло-коричневой сумкой от Max Mara.
Следующий образ сегодня я составила с джинсами. Это свободного кроя джинсы от Манго. Джинсы эти не очень длинные, поэтому я решила низ подогнуть и добавить сюда достаточно интересные лоферы, высокие. Эти лоферы тоже Zara. Как вы видите, здесь представлено сразу два тренда. Здесь не нужно мучиться, чтобы надеть какие-то интересные носочки, будь то шерстяные или какие-то капроновые носочки. В принципе, вся нога закрыта. Можно надеть какие-то короткие джинсы, укороченные или брюки. Можно также сюда добавить те же леггинсы, заправить или надеть их поверх лоферов. Верх я обыграю коричневым шерстяным лонгсливом. Он очень тоненький, но действительно по-настоящему теплый. Поверх я надену пиджак бежевый с широкими плечами. И сюда в качестве верхней одежды я добавлю пальто. Оно не такое теплое, но в принципе как еще один дополнительный элемент одежды будет смотреться интересно. Причем бежевые оттенки также будут актуальны. Пастельные оттенки, бежевые оттенки, какие-то голубые, нежные розовые будут также актуальны в предстоящем весенне-летнем сезоне. Это пальто Zara. Оно в принципе не теплое, но на такой осенний или весенний период, как раз самое то, зимой я его не советую носить. В нем будет холодно, оно абсолютно не греет. Еще один очень важный и достаточно трендовый атрибут предстоящего весенне-летнего сезона — это, конечно же, широкий ремень. Если кто смотрел показы мод весенне-летнего сезона, то наверняка видели, что очень много дизайнеров представили широкие ремни в своей коллекции. В данном случае я взяла черный ремень, это Zara, к сожалению, это не кожа, но в принципе качество неплохое. И весь этот образ я опять же дополню черной маленькой сумочкой. Следующий образ я обыграю с джинсами. Это будут джинсы из Zara, достаточно длинные и широкие. Опять же, как я сказала, широкие брюки, джинсы актуальны в весенне-летнем сезоне. Дальше в качестве верха я возьму джемпер из H&M в молочном цвете. Я вам уже его тоже показывала в предыдущих видео. Сейчас, кстати, достаточно популярны такие джемперы, особенно если они еще с молнией. Кстати, насчет молнии хотела бы добавить, выбирайте, пожалуйста, аккуратно, с достаточно хорошего качества арматуры. Если молния выглядит очень дешево, то образ складывается, соответственно, не таким стильным, поэтому обращайте на это внимание. Поверх я накину опять пиджак с широкими плечами, тренд весенне-летнего сезона и данного, и год назад. В общем-то, он плавно переходит, мне кажется, на протяжении уже второго года. Дальше в нашу жизнь. В качестве верхней одежды я возьму бежевое пальто Zara. Как я сказала, оно особо не греет, но как еще один слой сюда можно добавить, чтобы образ получился более интересным. Низ я обыграю винтажными кроссовками и в качестве сумки опять возьму черную сумку от Gianni Chiarini. Последний образ на сегодня сложился также с джинсами из предыдущего образа, который я вам только что показывала. Здесь я изменю только верх и, соответственно, обувь с сумкой тоже. Сюда в качестве верха я возьму вот такой вот укороченный свитер от бренда Fashion Union. Честно сказать, качество так себе. Мне понравилось сочетание цветов, именно коричневого, такого бежевого и молочного цвета. То, что он короткий, у него, в принципе, достаточно длинные рукава. И мне нравится, как он смотрится вот с такими вот прямого кроя джинсами, брюками, достаточно широкими, прямыми. Поверх вы можете выбрать любое пальто, это также может быть какой-то объемный пуховик. Я сюда опять же взяла стеганое пальто от And Other Stories. И поверх, для того, чтобы образ смотрелся более интересным, я возьму и завяжу худи. Опять же, худи не такой уж, скажем так, и лучший вариант, но мне в плане цветового решения понравилось такое сочетание. Сюда лучше брать какой-то свитер или джемпер, чтобы завязать поверх пиджака или поверх какой-то верхней одежды.
Это дает образу немножко изюминки, его хочется рассматривать, образ становится более интересным. Свитер или джемпер сюда можно выбрать как каких-то нейтральных оттенков, которые больше сливаются с верхней одеждой, с вашим образом, или же более ярких оттенков, чтобы его как-то более контрастно выделить. По цветовому решению постели сюда лучше всего подойдут лоферы Arket и в качестве сумки коричневая сумочка Max Mara. Друзья, на сегодня это все. Я надеюсь, данное видео было информативным для вас. Пишите, как всегда, внизу в комментариях, какой образ вам понравился. Как я уже сказала, следующее видео, я даже выпущу, наверное, цепочку видео, посвященных именно трендам весны-лета 21. Начну с каких-то модных тенденций, плавно перейду на обувь, сумки и так далее. Я надеюсь, такие видео вам тоже будут актуальны. Постараюсь выпустить их побыстрее, как раз к весне. К сезону, весенне-летнему сезону, и надеюсь, вы их дождетесь. Так, спасибо еще раз за просмотр данного видео. Всем я вам желаю хорошего дня. С вами была ваша Маша. Всех целую и пока-пока, до новых встреч.